Это да. Ну да, я говорю, типа там 1.2 мультиплеер, типа 20%. X1.2. Так, ну поехали. 155. Хо-хо-хо, корона. Окей. И хороший тринкет при этом. Окей. Хороший старт сегодня. Нормальные старты. Корона и берсерк. Бать 4, да ничего я не 4, все нормально. Просто игра сегодня ко мне расположена. Это нам сегодня за 1 хп старты. Целых 2 было. Награда. Причем старт был. Ну хотя старт был не очень прикольный. 6.90 дэмэдж. Это же 6.90 именно, ровно. Где от меня? Ай, бля. Ай, бля, вы чё гоните? Эй. Пустые румы. Уф. Почти. Почти хватило. Шот спидап. Главное плюс хп. Это хорошо. Лопата, по-моему... А, я успел на лопату реально. Лол. К слову о лопате, а вот и лопата. Та самая подъехала. А вот и она. Даже можно без лопаты это прохнуть. Та самая карта. Уф. Как ты? Жми? Нет. Не хочу ран. Не хочу делать ран. Тут бомба есть. Так, стоп, а там кровать или там что было? Что там было? Там кровать. Я не это хотел делать, но типа ладно. Нельзя ее брать. А, я... Троллю я уже поставил, блять, не в том месте. Надо было фортуну взорвать там. Ну ладно. Ой, хелсдаун, ой, как плохо. Ну-ка. Неправильно кровать. Fuck that haircut, what do you mean? Пусть я пошел без лопаты. Что поделать? Страшно. Лопаты страшно. Лопата делает больно. Тут надо поедеть лучше, потому что ангелы хотят. Нынче ангел даже может идти. Нормально будет. Типа, если корона уже есть, но идешь на ангелов, потому что хули делать. Потому что дьявол говно. Ой, бля, ой, бля, ой, бля, не успел он. Так, синергии с Аквариусом, где они? Давайте их сюда, ваши эти синергии с этим сраным Аквариусом. Я их ни разу еще, по-моему, в жизни, блядь, не видел. Ну-ка, они с дэмэджем моим... Скелеса? Смотри, да, это, наверное, ангел, потому что там хоминги. Там хоминги и холилайт, по-моему, тоже работает на аквариус. Какой-то хера теперь. Теперь все на аквариус синергирует. Такой странный айтем.
Сколько делали максимум люди, сколько у тебя цель сделать побед? Максимум пока что у меня был и есть. Это 1174. Цель сделать больше. В идеале. Но как пойдет. Да, все раны были на стриме. Это было буквально он с августа прошлого года до февраля этого года. Стрик шоу. Да, мобы это из-за тринкета. Так работает. Нахер дьявола. Где секретка первая? Yes. Нет. Баг на боссе, что он за баг? А, боссфайт это пасхалка. Пасхалочка. Там такой секрет есть в игре. Он завязан на открытие одного из персонажей закрытых. Калибровал DualShock, не DualShock, не DualSense, никогда не калибровал нигде. После покупки. Вроде все из коробки нормально работало всегда. По-моему, ни разу я ничего не делал с ними. Хаускарт. Мемно. А враги зафрижены, они считаются в Берсерке или нет? Они считаются. Чуть похоже на то, что считаются. Где нормально, ничего не теряю пока по времени. Бля, неудобно. Плохие враги! Ладно. Кончилось. Адаптивные курки? В Айзеке не работает, а я больше ничего не играю. Поэтому не особо нет. Хотя подожди. Чё я играл? А, я играл в гонки, но там это вроде тоже особо не ощущается. Типа я играл второй Underground и первый Underground играл. На DualSense. Там тоже этих нет эффектов, по-моему. Но зато курки более тугие по дефолту, кстати. Что хорошо. Они сами по себе более упругие. Потому от них рука пиздец, типа, это уставала поначалу. С непривычки. Я помню, когда типа сел, типа этот спидран делать по НФС и охуел за 2 часа просто рано. Пальцы уже это отказывали. Но потом ничего, вроде привык. Но они более тугие. Даже без эффектов. Это факт. Типа на DualShock, либо они уже просто у меня были это. Разъебанные были, либо я не знаю. Но по-моему они просто более жесткие. Чуть-чуть более жесткие они. На DualSense. Нужно привыкать. Но это приятно. Ай, не успею. Ай! Не успел. О! Удачно. Блять, а где? А здесь, наверное? Да. Очевидно.
Это берется оба, да? Ага. Ага! А вот и синергии на Аквариус подъехали, да? Ага. Ну, кайфово. Неплохо, неплохо. Так, там еще Дайс Рума, надеюсь, с Фагетминал, да? Чтобы было еще сочнее. Поехали. Легкое решение. Так. Слушай, Нахаша? Нахаша, я думаю, мы теперь уже не успеем. Возможно, ладно, посмотрим. Если это не 5 рома, может успеем. Я же теперь буду фармить. Question. Так, господи, какие плохие. Карты. Тирейд? Там же маленький тирейд, по-моему. Разве нет? Вейфер все-таки это полезнее. Ух ты ж, нихуя. Ааа. Фак. Оно бы паролило. Оно, возможно, паролило бы. Так. Может оно ключ? Слушай, ключ оно, может, не паролит. Может, там защита от роллов есть. А хотя, подожди, оно же сделки не ролит, да, по-моему? Потому что сделка, типа, она вне этажа. По логике игры. Ну, наверное... Не паролит ключ. Попал, ну, конечно, скорее всего, это не паролится. Молоко? Если это ХП было. Я что, знал, что тут будет ролл? ХП берется всегда. На всякий случай. Ну, муху можно паролить. Вибрацию? Она в языке есть? На этих, на контроллерах. У меня вроде нет никаких вибраций. Лол. Не, там есть, но я тебе говорю, наш, на Вайзеке это, наверное, не поддерживается, наверное. Я же хотел Фагетминал, правильно? Я хотел Фагетминал. Да, не ролит. Ладно, хуй с ним. Пошли фармить. Плюс ангельская рума. Берсерк. Двояко. Тут, по-моему, не особо нужен с таким билдом. Плюс тайтом опасно, где можно ебало терять наоборот. Только лишний раз. Потому что это сраная эта мили-атака. Ключ? Да зачем у меня есть? Ну уже ангел всегда будет до конца рана. Чего? Я ничего не делал с ставкой, Дима. Я ставки никогда не пробую. Ставки это модеры. Обладка. Платка есть, это правда. Следующий ран. Чё, не знаю. Станет мне. Ничего не знаю. Синяя морда. Возьму синюю морду. Драны
Айзека вряд ли НФС, скорее всего, будут. Когда-то летом. Эбикоев. Какую часть? Скорее всего, второй андерграунд. Там раут менялся, надо попробовать раунд сделать нормальный. О, это была синергия. Далее хоуминг. Реал делал. Муда в основном делал, по-моему. И его, по-моему, раут. По большей части. Там, типа, до него это уже было известно часть, но типа он, по-моему, первый реализовал. Я там топ уже нихера уже не помню, что там было у него в рауте. По-моему, там у него были эти. Аутраны были в ране. Что уже, блядь, мем. И это очень плохо, потому что типа там сложно бывает делать. И там маленько отличается, по-моему, тюнинги местами. Надо будет, короче, смотреть его ран. Что там где делать, все надо переделать, короче, пересматривать. Буду потихоньку, может, с той недели, с следующей недели буду в офлайне маленько бегать. Чтоб потом уже на стрим нормально заехать. Кто здесь? Не здесь. Эх, вот бы один чар Сирит Реберса потратить в офлайне. Уже взял бы VR бы сделал давно. Уже был бы VR холдер. Я ищу один чар Сирит Автоберс плюс. Не покой, Автоберс плюс. Репентанс. Там у китайца сид уже 1.05 есть, но ему его не дают, потому что он ебаный баг там использует. Который, возможно, уберут. Потому ему пока ран не засчитают. Там ран уже сейчас, ой, час, минута 0.5 ран уже будет сид. И там ебаный кринж нахуй сид, который я точно бегать не буду никогда в жизни. Там долбоебство, а не сид. С этим ебаным Самсоном и Блотрайтсом. Ужасная хуйня. Упс. Ладно. Я закончил. Похоже на минус тире, да, по-моему? Там, Майк, там всем похуй, господи, там... Три коллеги, все, блядь. Комьюнити в этом Айзеке осталось. На спидранах. Кто там еще будет делать? Всем поебать уже. Корона, да, ща верну. Боже. Почему баг? Ну, потому что вроде было сказано, что это баг. Уже подтверждено. Там Blood Rides, короче, ему не дает умирать вообще. Этому Самсону, если он в этом состоянии, этого берсерка. Типа ты можешь просто... Просто, короче, у тебя Самсон... Ты, короче, нашел Blood Rides, прокаешь этот берсер, жмешь Blood Rides, ты можешь так бегать весь ран. Просто полностью. А еще мне, по-моему, дропы весь стрим. Какого хер? Дропы, блять, какого хуя? Че опять происходит? УБС. УБС, окей, вроде вернулся. Ёбаные дропы. Вроде отпустило. Это явно так не должно работать. Так, что просто вопрос, когда они это починят. И починят ли. Нам бы сорта получится, что будет категория, которую надо будет бегать, короче, опять на какой-то странной версии игры. Что опять же никто не будет делать, очевидно. Даже я не буду делать. Что мне похуй. Так проще это рано идусит просто. С хаос картой и, блять, кардридингом. И то проще будет. Это будет сид секунд 40, наверное, 50. Может даже быстрее. Наверное, даже быстрее будет. Где-то такой сид хороший.
чем Twitch хуже. Это правда ничем не хуже. Да, у меня было что-то с, походу, с провайдером. Да, просто не было отдачи почему-то на Европу. Какие-то опять спамеры завелись, наверное. Петухи. Куда столько вещей? Ангел Румы? Я нашел ультрасекретку, там было два этома, которые можно было взять. Охуеть ты, тварь! Я ж тебя вообще не видел. Пиздец, вы троллите. Просто вне экрана нахуй атакуют. Это же, блядь, нечестно. Я к такому не был готов. Justice. О, это прикольно. Опять у Димана паранойя. Господи, иди уже в бункер, Диман. И за пристом. А, уже из бункера. Бля, бункер дорого стоит, по-моему, хорош. Диман-мажор получается. Найс сообщение, Диман. Попробуй еще раз. Может получится. Так, ну заканчивай этой хуйней, ну что это такое? Пишите на понятном языке. Юмористы, блядь. А, у меня нет активки. А почему? А, потому что я же взял Forget Me Now. Логично. Логично. Думаю, где моя активка? Как так вышло? What? Я такую руму первый раз вижу. Ха, чего? Это просто Crawl Space? What the fuck? Забавно. А там еще челик валяется. Забавно. Интересно. После сколько мемных рум они добавили в эту игру новых? Мемы. Я Эрис Нью. I didn't see it for sure. It's probably a new room. Looks fun. Fun room. А, Цирит, да. Типа там теперь перезаход, дроп может быть с него любой. И Steam Sale деньги могут падать. Капа, капа, да. Капа, это правда, что капа. Там теперь может быть и скидки, и деньги, да.
Просто на удачу. Ну, типа, все еще можно фармить, если у тебя есть этот... Дорстоп там. Что-нибудь такое. Портал. Варики есть, но вариков меньше. То есть, типа, они, видимо, не смогли это починить, но смогли, типа, сделать дроп рандомный. Типа, сам файт они не могут не перезапускать, видимо. Потому что они же явно это пытались исправить как-то. Это же явно, типа, не просто так получилось. Хотя, может, это получилось просто так. Может, типа, опять что-то там нахуярили, оно само так изменилось. И они вообще даже это не делали. Хер их уже поймешь. Может, так само вышло. Крампусы я не проверял, Димон. Крампусы я за все время игры автоспустил, может, не раз даже. Так не пропал. Его обузить сильно сложнее. Да. Там типа нужны эти, чтобы черепа были в руме. Чтоб, во-первых, у тебя был этот Godhead был. Ты еще мог вернуться на этот файт. Сильно сложные условия. Undefined, да. Undefined я с собой заберу. Пули нет. Нормальный айтем. Блин, хаос карт. Чё будет? Ничего не будет. Логично, ничего не будет. Сделки будто евхарист старта, получается так, да. Будто стартовый евхарист. Пока ничего не дали интересного. Вопрос, успеем ли мы на Аша. Скорее всего, нет. Но не успеем. Ой, блядь. Так, ладно. Съебали эти черепа уже. Уши, да? Нормально. Нормально все с ушами. Мало ключей. Блядство. Идите меня отсюда. Надо спешить. Надо успеть на это. На это самое. Я, конечно, могу нажать Undefined на ломби 1, но я не хочу срывать сделки, это ж бред. Мне нужны сделки. Я ж пока нихера особо-то не нашел к этому Аквариусу. Где мои синергии на Аквариус? Где мой Holy Light? Sacred Heart? Какого хера? Где вот это вот все? Ура, синергия на Аквариус. Это я не буду брать. Blood Clot? А реально работает, лол. Я даже не заметил сразу. Ебать, троллю, окей. Ладно. Блот, ладно, уже немножко рад. Какая-то синергия, хоть какая-то есть. Хоть что-то. Аквариус — это айтем справа от сет-бомб. Называется Аквариус. Или, видимо, Водолей. Наверное. Но русские переводы непривычно. Форс таблетка все-таки, наверное, не юзается. Здесь сильно опасно. Синергии у Аквариуса нынче с энергией совсем. Там всякие хоуминги прокают, холилайты прокают. Короче, там теперь миллион синергий с этим Аквариусом. Очень-очень много синергий. То есть она на этот крип, типа, много чего теперь это работает. Я, по-моему, первый раз вообще взял Аквариус, у меня хоть что-то есть, какая-то синергия есть уже. Обычно к нему нихера не находил полезного, что обидно. И теперь хоть что-то есть. Так, я точно не скипаю Вомп 1. Прям 100%.
FPS, да, FPS опять в говне. Муж опять отпустит. Нет, не его целиком. Может, винда апдейт качать? Ну, вряд ли. Вроде он уже вроде поставился. Стоит шоу не дал у всех, похоже. У меня ОБС красный. По собой сторона уже наверное, закончу просто, наверное, на сегодня. Страшно. Все, отпустило вроде. Рыба. Окей. Тирейт. 28 минут. Вряд ли успеем, господи, просто все скипы. Они опять, опять поломалось. Ебать. А, думаю, не успеем, наверное. Да не, не успеем, не успеем. Не думаю. Либо это будет самый короткий вом 2 в истории. Так. В теории все еще возможно, что это будет оно. Невозможно. Бля. Да не, не успею, камон. Тупики, тупики, тупик на тупике. Надо рыбу брохать активнее. Стоп, рыба работает. Окей. Работает с призмой. Рыба. Окей. Это интересная новость. Логично, наверное, все-таки эпично. Обход успели. Так, сейчас еще по слоу плейн, да, точно не успею. Не успею. Рыба, прокай! Ну, теперь, возможно, не успеем. Надо зайти быстро на сделку. Быстро взять майнд. Я успел. FPS там нет, там меньше FPS, там FPS 0. По-моему, сейчас. Там какие-то дропы чудовищные, по-моему, сейчас. Я не знаю, что происходит, хуё пойми. Завтра будет так же. Напишу админу. Не, номер появился человека вроде. Сказал, типа, опять такая же хуйня будет ему написать. Просто хуй пойми, там то ли Twitch, то ли сеть, то ли, блядь, еще какая-то хуйня. Там хуй поймешь так сходу. Не разобрать. Надо разбираться. Ты 5 заберу, наверное. Тебя вообще надо было брать, наверное, кубик, да, все-таки. Эх, ну ладно. Подожди, я могу скипнуть? А, я могу попасть не туда, да, наверное.
Я, возможно, могу скипнуть, но я могу попасть в просак. Кстати, вроде дропы прошли. Вроде. Сейчас вроде все горит зеленым, вроде. Да, вроде. Вроде маленько отпустило. Отлегло. Возможно, временно. А! Здорово! Это я только думаю, а где он? Телепортация, блин. Да-да-да, я заберу сейчас. Конечно. Конечно в чест. Куда ж еще? Куда, если не в чест? Конечно. О, опять скип. Синергия! Охуительный фершот, видимо, да? Фершот на аквариусе. Ладно, кайф. Но это синергия. Перекрасили. Теперь она черненькая. Так. Хочу еще синергии. Ну такое. Фетус, лол. Да, с Хаша там проход Void. Типа только через Хаша можно пройти Void всегда. Гарантированно. Я играю на геймпаде. Найс глаз. Шманти нет, это было. Эти гвозди появились. Какие гвозди красивые, what the fuck. Блять, лучше были бы гвозди. Блять, не все косные. Гвозди намного лучше смотрятся. Just